Здравствуйте, друзья, зрители моего канала, с вами Елена. Сегодня мы заехали по дороге на дачу в твой дом. Нам нужно купить сучкорез и ножницы. Оказывается, такое разнообразие инструментов и садового инвентаря, что вообще глаза разбегаются, не знаешь, на чем остановиться. Ну вот я думаю, что, скорее всего, мы будем выбирать вот что-то из этого инструмента. Садовые ножницы нам нужно купить для стрижки кустарника, тонких ветвей. И обязательно сучкорез, потому что бензопила пойдет. Она у нас как бы есть там на участке, но нам нужно вот мелкие какие-то ветви обрезать. И для этого нам понадобится сучкорез. Вот этот сучкорез на телескопических ручках, но я думаю, что мы, скорее всего, вот этот будем брать. Я попробовала его, он мне подходит, но то есть и мужчины, и женщины могут работать им. Я думаю, что мы его возьмем и будем испытывать его вот на этом участке. У нас здесь все заросло перед домом, нужно это все проредить, это ирга. Ветви достаточно такие тонкие, должно все пойти хорошо. Думаю, за 2 часа мы управимся. Не видно забора, народ ходит, кидает бутылки пустые. Это нам не нравится, нужно все это проредить, чтобы было видно забор. И трава, чтобы у нас росла, чтобы солнышко светило. И вот с этой стороны нам предстоит работа. Тоже нужно здесь все перед домом проредить, чтобы было видно землю. С этой стороны, конечно, будет тяжелее. Здесь у нас дикий виноград девичий. И плюс кустарник похож на терновник колючий. Но это уже в следующий раз. Пока мы будем работать с другой стороны. Вот начнем испытывать наш сучкорез. Тридцать два срезается легко. Угу. Прошло 2 часа, и вот результат. Налицо. Забор виден. Земля видна. Осталось нам это все вскопать, посеять травку. Но остальное в следующий раз. То, что вот торчит, вот эти вот сучья, это мы будем срезать уже бензопилой. Сучкорез это уже не берет. Здесь диаметр ветвей больше, чем 40 миллиметров. Это подрезать мы будем пилой. Результатом мы довольны. До свидания, друзья. До новых встреч на моей даче.